Итак, ребята, всем привет! Сегодня у меня очередной метод чистки. Как вы знаете, недавно мы чистили с вами медно-никелевые монеты. Метод очень хороший, но он, естественно, агрессивный, потому что уксус с солью как бы очень плохо влияет на монеты 61 года, где отвратительный сплав. Это медь, никель, цинк. Цинк съедает махом. Так что результаты очень удручающие. Но монеты... Именно рамочники, щитовики до 61 года чистится хорошо, просто на ура. Но сегодня я вам покажу более-менее щадящие средства. Но давайте сразу перейдем в мастерскую, где мы будем и все это дело творить. Метод тоже очень простой и, конечно же, без уксуса не обошлось. Смотрим, возможно, кому-то будет урок, и будете этим уроком пользоваться в будущем. Так что у меня очень часто происходят эксперименты. Вот. Наступаю на грабли несколько раз, а вы на эти грабли не наступаете. Смотрите мои видеосюжеты и будете знать практически все об копе, об журфах, о чистке монет. Так что смотрим, подписываемся. А сейчас к чистке. Кстати, ребята, эти монеты у нас прошли чистку. Весьма успешно. И у меня очередная порция ждет очередного нового эксперимента. Здесь те же монеты, что и были ранее. Разные щитовички, рамочники в квадрате, а также монеты 61 года. Потому что я не успокоюсь, пока не найду для них метод средства чистки. Рубль тоже будет использован в этом деле. Вот так вот. Итак, ребята, вскрыл я нашу баночку. Монетки лежали именно минут 10, не больше. И, как вы видите, монеты ужасно красные. Но я чего хотел добиться? Добиться того, чтобы на монете не было больше различного рода окислов окаменелых. Мне нужна монета чистая. И в данном случае монета чистая. В основном практически все монеты уже чистые и готовы к дальнейшим манипуляциям. Почему я начал использовать именно этот метод? Тем, что он щадящий к монетам, то есть он не съедает монеты. Вот видите, рубль в каком состоянии. Мне нужно было, чтобы от него отвалилась вся грязь. Он красный, да, но окислов на нем нет. Есть 2-3 экземпляра, которые нужно еще подержать в этой жидкости. Но я пока на этом не буду обострять внимание. Мне нужно посмотреть, что находится под слоем беловатого налета после чистки. Конечно же, я использую обычную щеточку. Пройдусь ей, посмотрю, что там происходит. И потом буду дальше творить чудеса. Вот. Это по всем монетам я пройдусь. Вне эфира, конечно. Вне эфира. Как вы видите, снимаю щеточкой пыль. И там все видно, что налетов, окислов нету. Вот смотрите, вот видите, да? Красноту мы, естественно, и будем убирать следующим способом. Итак, ребят, монетки у меня чистятся, но я как-то бы... больше хочу уделить внимание именно вот такому вот рублю. Почему? Потому что все методы, которые я испытывал на медной никеле и цинке, именно сплав такой монеты, медный никель, цинк, все были, к сожалению, удручающими. Рубли, полтинники, они все умирали. И я сейчас что делаю? Хочу его как-то реанимировать. Чищу жидкостью, и мне нужно убирать вот именно вот такие вот темные очаги, бордовые. Краснота — это ладно, мы это потом будем стараться убирать при помощи другой жидкости. Но факт в том, что мне нужно убрать вот это вот. Это как бы ржавчина, грубо говоря, ржавчина. И мне нужно убрать. Все окислы сошли, но вот это вот мне нужно тоже убирать. Каким способом я убираю? Лежит, находится в жидкости, потом достаю, протираю и щеточкой снова прохожу. И она, смотрите, она светлеет. Это, грубо говоря, та же самая ржавчина.
Ну, она может быть и есть ржавчина. Видите, да? Потихоньку сошло. Щеткой я протер, она сошла, но все же остаются глубокие такие въедания в металл. Вот. И когда я щеточкой очередной раз прохожу, она немного светлеет, уменьшается. Видите, да, визуально, увидите, да, уменьшается. И когда обработал, я снова бросаю монету в жидкость. Ну, чтобы процесс был лучше, чтобы вот эта вот язва исчезала быстрее, чем сходил основной барельеф с монеты, с чистого места уже. Мне нужно как можно быстрее удалить вот это, чтобы не пошло агрессивное мероприятие на чистый металл. Так что вот так вот. Ну, надеюсь, полезно. Итак, ребят, хочу вам показать промежуточный этап. После где-то минут 30. Вот монеты. Чистится. Но темнота на монетах все-таки остается красного цвета. Мне нужно добиться хотя бы вот до такого состояния. Чтобы монета была без темных вот таких вот пятен. Пусть она будет красная. Но именно мне нужно, чтобы монеты выглядели хотя бы вот так. Будем добиваться. Будем продолжать проходить щеточкой по них. Ускорять процесс. Счищать именно этот красный налет. Так называемую ржавчину. И будем добиваться именно чистого цвета металла. И будем двигаться дальше. Итак, ребят, после того, как монеты у нас пролежали в жидкости нейтрализатор ржавчины или же преобразователь, монеты стали вот такие вот, красные. Внешний вид, конечно, непригоден. Вот. Полировать я их не хочу. Полировка, конечно, уберет часть красноты, но я этого делать не хочу. Хочу упростить метод и вам показать. После того, как монеты пролежали, кстати, я про них совсем-совсем забыл, в жидкости они лежали целые сутки, да. Особое внимание хочу уделить на рубль. Я уж трепетно больно к нему относился, потому что у меня таких вот экземпляров чищенных в таком виде нету, потому что все методы были удручающие и съедало. Вот. Дальше я приготовил жидкость, ребята, вот на эту жидкость. И хочу удалить красноту. Не знаю, получится, нет, тоже буду бросать все монеты сразу толпой в жидкость и периодически взбалтывать, потому что монетки лежат друг на дружке. Долго держать не буду, потому что эта жидкость как бы агрессивная к монетам, и вот такими вот движениями буду периодически взбалтывать. Я обязательно через 5 минут включу и посмотрю, что у нас получилось с красными такими монетками. Возможно, мой эксперимент будет удачный, и вы будете его у себя использовать. Так что ждем результата. Итак, ребята, прошло уже больше получаса, 40 минут. Лежали у нас в баночке с уксусом и солью. Результатов практически никаких не произошло. Хочу сказать, что монеты чистятся. Вот, смотрите, эта монета только что была изъята. Так, фокус. Монета была изъята. Прошел щеточкой и выглядит все равно красно. Меня такое не устраивает. И достаточно долго. Вот еще тоже две монетки прошелся щеточкой. Вот. Изначально она выглядела вот таким вот образом. Видите, да? Краснота. Щеточкой прошелся, и монетка уже выглядит вот таким вот образом. Но мне все равно это не устраивает. Краснота имеется. Также я решил испытать еще несколько более агрессивных средств. Это у меня здесь щавельная кислота. К сожалению, щавельная кислота тоже не работает. Краснота на монетах остается. Остается. Здесь у нас серная кислота. Вот. То же самое. Краснота у нас имеется. И такие меня методы не устраивают тем, что, ну, малоэффективны. Процесс, конечно, есть, но он очень-очень слабый. Так что я возвращаюсь, наверное, к своему методу. Сейчас эти монеты я приведу в порядок, в достойный
и вам покажу уже конечный результат и расскажу, как я это все устранил. Ну что, ребят, будем подводить итоги. Я, конечно, весь процесс, как я буду жужжать машинкой, вам не показываю, но демонстрирую вам конечный результат, что у меня получилось. Получилось, в принципе, как вы видите, неплохо. Вот. Я хотел особо внимание уделять вот этому рублю, потому что, ну, нет у меня просто такого экземпляра. И почистился он, в принципе, нормальненько, бодренько. Красноту с монет я как бы снял частично. Ну, как частично? Снял, но все равно на некоторых монетках, может быть, где-нибудь проглядывается краснота. Сейчас вот посмотрю. Так, ну, это чистенько тоже. Но краснота немножко все-таки остается. Немножечко. Но ее можно дополировать до белого. Монетки все выглядят бодренько. Помните, какие они были? И все монетки стали хорошенькие. Но помимо того, что хорошие, у меня, конечно, были и печальные. 61-й год, как вы видите, совсем плохие. Такие я даже не стал дальше с ними ничего делать. Вот. Две монетки. Была вот эта вот монета при жизни испорчена. Вот. А вот эта монета была, грубо говоря, испорчена мной. Ну, как испорчена? На ней были очень сильные окислы. И после того, как окисел снял, получилось вот так вот. Это я немножко шлифанул для белого вида. А после чистки она была вообще вот такая вот, в красных пятнах. Вот. Ну, без этого никуда. Брак, утраты — это всегда при чистке. Но радует то, что монетки теперь вот такие вот красивенькие, хорошенькие. И вот такой вот у меня был сегодня опыт. Так что хотел вам продемонстрировать именно чистку монет без различных там полировок и всего прочего, но нет. Полировка пока единственный метод, который убирает красноту. Но, как помните, в предыдущих видеороликах у меня был метод, где краснота сходит сама. Но метод, он как бы является агрессивненьким, но красноты нету. Это монеты именно с этого метода. Красноты на монетах нет, вообще нет. Но советские монеты 61 года он убивает. Потому что в 61 год медь, никель и цинк. Именно цинк у нас съедается. Ну а в целом, если любопытно, можете заглянуть. Это чистка непосредственно уксус и соль. Все я там показывал как. Неплохо получается, да? По крайней мере, чистится добротно. Ну а сегодня получились монеты вот такие вот. Тоже хорошо. На этом, ребят, и все. Метод был, я вам показал. Вам решать, выбирать чистить так вот или все-таки вот так вот. Так что на этом и все. Всем пока. До новых встреч.